Самой мощной платформой в истории называют в компании Microsoft новую операционную систему. Презентация Windows 10 состоялась во вторник в Сан-Франциско. По порядку следующая система должна была называться Windows 9, но переход сразу к 10 должен показать публике. Компания хочет дистанцироваться от крайне непопулярной 8-й версии, делает сразу два шага вперед и метит в 10-ку. Новая операционная система ориентирована на мобильных пользователей. Она будет работать на более широком спектре устройств различного типа, в том числе на смартфонах. В ходе презентации были продемонстрированы два режима работы. Один оптимален для сенсорных экранов планшетов, другой для стационарного компьютера с клавиатурой и мышью. Пользователи смогут выбирать более удобный по необходимости. Windows 8 многие критиковали за радикальную смену привычного по 7-й версии дизайна. По статистике, только 20% организаций после выхода Windows 8 перешли на нее. В Microsoft признали ошибку. 10-й Windows будет куда больше напоминать 7-й, чем 8-й. Так, например, в левый нижний угол вернется кнопка «Пуск», которой многим пользователям так не хватало в предыдущей версии. Более подробно о новой операционной системе расскажут уже в этом месяце, а ее официальный запуск запланирован на следующий год.